сразу спрашиваю у знатоков. Коллекционная монета и legacy token – это одно и то же или нет? Мне кажется, что мы здесь видим очень наглядный пример несовпадения, то, что называется переводом или соответствием в разных языках. Коллекционная монета, она и по-русски коллекционная монета, по-болгарски это будет коллекционерская монета. Вот здесь написано Bulgarian Legacy, болгарское наследие, старая варна, old varna, и изображен герб Болгарии и драматический театр. Главная достопримечательность. А здесь ниже написано Legacy Token. И давайте разберемся, что такое Legacy, что такое Token. Legacy – это наследие, синоним Heritage. Я думаю, что более известен. И токен – это жетон или знак. Кто знает больше значений, пишем в комментариях. Давайте почитаем, как вообще эту монетку, этот жетончик для себя раздобыть. Так, здесь инструкция. Читаем. After inserting coins or banknotes until 4 leva, после того, как вы вставите вот сюда, я так понимаю, монетку или банкноту достоинством 4 лева, the machine will drop automated a heritage token and change. Машина автоматически создаст, ну и здесь вам выдаст вот эту монетку, heritage token, этот жетончик, и сдачи тоже выдаст, если вам надо. И вот какие монетки принимаются, какие, то есть, так, машина приема монета, вот, так, machine accept, о, должно быть написано, по-моему, machine accepts, давайте вместе подумаем, кто прав, 10, 20, 50 статинок или 1 лев. Вот можно набором сделать. Please insert coins until you reach the amount for leva. Вставляйте монеты, пока вы не достигнете общей суммы в 4 лева. Ну, давайте попробуем. Вот отсюда выскакивает sub token, take token и take change. Вот. И сдача, и монетка, все вот отсюда из одной дырочки. Вот сзади меня афиша, сегодня опера Верди. И я этим каналом и всем, что я делаю, хочу вам сказать, что английский можно учить, будучи где угодно, в любой стране, по знакам, вывескам, надписям на футболках и прочее. Вот на автоматах, как сегодня нам удалось выучить целых два слова. Legacy token – это такой сувенирный жетон, да, но legacy и heritage – два синонима к слову наследие. Token – это знак, жетон, значок. Мало ли где вам понадобится рассказывать о культурном наследии. Спасибо за внимание. С вами была Алла Кичиджан. До завтра. О, вернее, не до завтра. Сейчас видео выходят в лайт-режиме по воскресеньям и четвергам. Поэтому увидимся.